В эфире рубрика «На подмене». Что-то меня не тянет снимать на своем объекте. Вроде уже все показывал. Будем снимать, значит, чужие. Сейчас еду снова на подмену. В этом месте я уже был, но вроде как сегодня поработать придется. Сейчас посмотрим. Погода он, как обычно, радует. Передавали сегодня дожди, прям сильные. Через 1 километр 500 метров съезд. Поверните направо. Ну, это обещанный дождик. Хорошо так поливает. Я думаю, лишними не будут. В общем, сапоги пригодились. Вот он мой кран, на котором сегодня буду работать. Вот здесь, наверное, будем разбирать и собирать. И разбирать, и собирать, и разбирать, и собирать. Как обычно, весь день. Тоже на крестовине. Все, погнали работать. Краны из новой серии с узкой башней. Капец, после моего вообще. Если у меня там рукой не обходишь. Тоже восьмитоник. И у меня восьмитоник. Блин, сейчас он гнулся будет, капец. Хотя по грузоподъемности все то же самое. Так, здесь, как я понял, спортзал будет. Большой такой. Да, под этим краном больше всего работы. Как я вот на том тогда был, на подмене. Здесь вон стены какие огромные. Высокие. Ну нифига себе здесь. Лухари стиль. В новой серии люк очень люденький. Если по голове ударит, будет не больно. Алюминиевый. Сразу видно, в кране работают девушки две. Чистота и порядок. Ну еще кангуру более-менее свежий. Относительно моего. Там все равно, смотрите, полочки. Чаечек. Шоколадка какая-то висит. Наверное, передают. Девушкам говорю, угощают. О, крючочек висит, значит, стопудово угощали. Здесь вон какой-то пледик. Ой, чаек запас. Обалдеть. Роза, прикольный у тебя кран. Музыка даже стоит. Только магнитофона нет. Блаупункт, все дела. Туалетная бумага. Ну что, можно начинать работать. Где-то я заметил, здесь даже вон Алиса есть. Идите. Всем доброе утро, с вами сегодня Алексей. Сразу сигнал включается. С кряковкой. Так. Печка снова громкая. Вот, печка выключилась. Да, как погода? Чего? Повтори. Да, как погода? Ну, пока рабочая. Дальше. На сегодня ветерочек обещали местами. Блин, прикольный вид такой. Я чуть выше деревьев. Смотрите, какая красота. Блин, все в шторках. Не люблю, когда все в шторках. Ничего не видно. Зачем здесь-то шторки? Комары залетают. Так, ну что, проверим, как он в работе. Джойстики прям гладенькие еще. И резиночки надо еще свои. Но я на этой серии уже работал. Я знаю, что они очень мягенько прям едут. Да, и это не контактор, но это обычный. Ветер ему как бы особо-то по барабану. Хотя он уже 7 метров. Ого, десятку думал. Но если десятку дует, уже полетел. Этот, нормально. Так, что там где? Направо. Направо. Домкрат, ага, вижу. И кареточка мягенькая. Канатик кого-то потоньше. О, останавливается без рывков. Но такой же тугой. А, не, нормально. Сейчас приноровится. Ого, там что, бассейн будет, что ли? Да, походу бассейн. Дядька усатый какой-то смешной. Извиняюсь, я еще не... А, здесь кнопочка есть. Я уже забыл, что здесь кнопочка есть монтажная. Блин. Эта штука, конечно, закрывает вот. Не знаю, как на камеру, но вот я сейчас его вообще не вижу. Солнышко вышло.
Да, здесь спортзал, а там, похоже, бассейн. С переходами, с такими, это может... А, это, наверное, под трибуну или как там штуки эти называются. Там он видно прям сделано. Бортик это где? Наверное, бассейн. Может, не бассейн, кто знает. Ну, как-то он странный какой-то, невысокий. Хотя, если это парапет сверху будет уже, то есть это крыша. Короче, непонятно. Ладно, не буду я здесь гадать. Если такой большой спортзал, значит, наверное, и есть бассейн. Потому что я садик расстроил, там бассейн был прямо вот подо мной. Тоже он прям какой-то невысокий. Ну, для детского сада-то он не нужен. Трехметровый. Блин, с кнопочкой класс. Возьми право поворот и подводи, где фанируется, ребята. Куда подводи? Давай подведем. Хотел сказать, карта какая-то на КС похожая. Прям реально можно. Так, никого бы не задеть. Не привычки. 41 метр. Сколько у нас стрела? 55. То есть вот он цветной здесь уже, вот 41, здесь 55, не знаю, на камеру передает, не передает. Бывает, отражается. Давай, поехали. Непривычно, что там тормозит. Там человек стоят, каска подними. Я вижу, вижу. Я по привычке ему даю импульс, чтобы он поехал, а он такой, типа, я на этой скорости останусь. Чё ты от меня хочешь? На моем-то я как бы импульс дал, он разогнался и все, и полетел дальше под собственным весом. Ай-яй-яй-яй-яй. Хотел контратоком затормозить, а он почему так не тормозит. Как первый раз, короче. Ну ничего, сейчас привыкнем. Делов-то. Кран он в Африке, кран. Все, тут бои за кран начинаются. Раньше работала одна бригада. Ну да, левый поворот, Алексей, там хомуты, его туда арматура забирает, на один подъем. Раньше работала одна бригада, и кран могли поделить. Сейчас работают две бригады, уже кран. И кран уже поделить не могут. Нам подъем, нет, нам подъем, нет, нам подъем, нет, нам важнее подъем. Мы арматурщики, нет, а мы плотники. Сейчас еще монолечники придут. Придут. Добрый день, что за меня на кран? Приехал, блин. Алексей, если это, отсняй потом, повини на агрессина. Там такси заберем, наверное. Сейчас. Они здесь сроки поджимают, вот они начинают. Три человека меня сегодня спрашивают, кто сегодня на грани. Ты поймешь, как они сработают. Один спросил, второй спросил, третий спросил. Если только это арматурщики, плотники и монтажники, наверное. Та-ра-та-та-ра-та-ра-та-ра-та. Да вообще кайф. Просто берешь и едешь. Ветер тебе не ветер. Сейчас боковой ветер дует. Вообще пофиг. Вот 8 метров он дует. Кран не сносит нифига. На моем уже надо было бы бороться. Сначала с ветром, потом с грузом. Чтобы все это ровненько поставить. А здесь только смотришь, чтобы ровненько поставить. Ветер тебе как бы особо-то и нет. Кран с ним сам борется. Малку проверим. А, чтоб там не было, никого нету. Нормально, шустрый. И мурчит, слышите, как красиво. Был, да. С тобой работали, поэтому я сразу узнал. Сколько здесь? Больше месяца не был, узнал. Издалека, блин, узнал. В прошлом видосе он был там в самом конце. Руками разводил. Как раз вот под этим краном.
Здесь, короче, система такая, что берем опалубку отсюда, перекидываем под другой кран. Они как бы по кругу одну и ту же опалубку используют. Я вперед возьми, натяжка, да? Хорош, натяжка. Дай еще. Это рыбак, который тогда тоже быстро. Ара. Все быстрее. Пофигу, давайте быстрее закончим. Быстрее домой пойдем. Сегодня и так с 10 часов, а подписку 16. Шикарно. О, все. Пошел дождик. Большая тучка. Такая себе. С ветром пролетит быстро. Ух, как полил-то. Наверное идет. Дождики, наверное, идет. А пилончик пока не идет. На монтаж. Наш пилончик улетает. Ай, привычка, тормози. Хотел противотоком тормознуть, а он не тормозит. Да вижу я тебя, я пролетел мимо тебя. Ну подложи дощечку туда. Что положить-то? По доскам ходит такой, что положить-то? Где дощечки? Так вот, МЧС, говорю, предупреждает, и по комментариям, помню, несколько раз писали, если тебе МЧС... Да, погоди, давай. Если МЧС с утра предупредил, зачем ты вообще на работу идешь? Смешные люди вообще. Вот предупреждали, что 16 метров будет, да? Местами. 5 метров дует. В чем прикол? Или там бывает МЧС предупреждает, завтра там дождь, ветер, снег, гололед и так далее. Старайтесь не выходить из дома и не пользоваться личным транспортом. Что-то я не замечал как-то, чтобы после таких смс-ок народ такой, типа, о, на метро поеду, или пешочком, или вообще на работу не пойду. Да. Че, поехали? В лес за орехами. Хотя до леса здесь даже ехать не надо. Через забор перепрыгнул, все. Да, повернуться я туда не могу, за забор. Здесь вон координатка стоит, вот там прям чик-чик по забору. То есть, вон, координатная защита. На камеру видно, не знаю. В общем, за забор не повернуть, ни каретку. То есть, стрела-то может пройти, а каретку туда уже не может. То есть, груз туда не подашь, оттуда ничего не возьмешь. Только в холостую проехать, и все. Майна. Ай, волшебное слово. Всегда говори майна. Майна еще. Понятно, все с вами. Товары возьми. Беру. Ты ее как-нибудь направь. Вот, сейчас оп, так и закроем. Что? Отсечкой зацепились. Вот слышно только как кран бл-бл-бл-бл-бл вот так делает. Еще правый. Да пожалуйста. Хорош. Я знаю, что я хорош. У тебя отсечка зацепилась, ты мне правый поворот. Во. И все, заехало сразу. Время обеда. Вот так вот катаемся. Туда-сюда. Тут он кран стоит не расторможенный, я расторможенный. И весь обед. Уже обед почти кончился. Туда-сюда. Градус на 30 так. Ветерочек, то 5 метров, то 16, то 5 метров, то 15, такой вот. Здесь ветер как бы не особо страшный здесь. Работы мало, пилончики вот, маленькие эти стоят. Даже если температурку здесь вот, переместить ее от одного, отдвинуть, ну в смысле, с одного места взять, 3 метра передвинуть, поставить. Кран невысокий, деревья все закрывает. Так, макушка чисто мотыляет, то что выше над деревьями. Эти вообще поперек стоят, пофигу. Там вот гак только туда-сюда летает. Смешные ребята после работы, ой, после обеда вышли. Такие, ветер же сильный, да? Я говорю, ну такой, как бы можно было бы. Они такие, монтировать же нельзя. Я говорю, если ты не хочешь, то не будем. Они такие, ну сильный ветер. Я фиг узнать, что они. И сейчас он просто в сторону переместили палку и все. Здесь монтирует-то. Монтирует фигня. Так он что-то. Всем остальным занимаюсь, то плотником, то арматурщиком. Но ветер правда сильный, Алексей, но... Алексей, бери с подводы, там крат заберем.
по демократам. Вот, демократы, всякую фигню. Туда-сюда катаем. Здесь монтаж-то сложно монтажом назвать. Три колонны и одна стенка. Нормально у них тут лошади гуляют. Он раз, два, три, четыре, пять. Капец. Здесь, конечно, есть конный клуб. Или как там, не знаю. Ну, короче, с лошадьми занимаются. Ну, где-то там, ну, не так близко. Чего я сделал? Тем более по городу гулять. И что-то я не вижу никого с ними сопровождающего. Сопровождающего для лошадей. В жилетке такой. Ну, просто лошадям по городу гулять такое себе. Не запряженные, ничего. Может, где выбежали. Хотя лошади умные животные, что бы они убежали-то. Короче, интересно. Травку он жуют. Вон они гуляют. Резкости, конечно, не хватает, но видно, что лошади. Обалди. Тут на лошадей, конечно, видел, но что им здесь-то делать? Ладно, на детскую площадку сейчас пойду на горке кататься. Че, день почти прошел, без 15:07. Смотрю, они как-то уже замедлились, и он сидят. О, Женька, он уже с соседнего крана вниз идет. Наверное, его уже все. С того крана, мне кажется, уже давно спустились. Потому что он как висит, так и висит. Ну как бы на этом все. Чуть-чуть поработали. Нравится мне этот объект. Как не выйдешь, так чуть-чуть работаешь. Скоро уже закончится, правда. Все, до скорой встречи. С вами был Алексей. Всем пока.